Все ключевые активности и квесты на канале разобраны. 600-й уровень силы выбит, а значит, самое время заняться хоть какими-нибудь триумфами. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и ты на канале Triple Vibe. Я уже как-то рассказывал о собирании скрытых сундуков на своем канале, но тогда это было как-то поверхностно, я показал далеко не все, и наверняка многие из вас их уже собрали, но еще море коллекционеров их только ищут, или даже не знают об их существовании. Будем исправлять. С каждой неделей сундуки меняют свое расположение. Всего существует три цикла: ослабленное проклятие, набирающее силу и проклятие на пике своей мощности. Сегодня началась первая неделя, а значит, сундуки поменяли свою последовательность. Далее я покажу, где они находятся, а ты смотри внимательно, собирай и закрывай триумф первой недели. Ну а о следующих сундуках я также буду выкладывать ролик с каждым еженедельным обновлением. Итак, чтобы собрать сундуки, вам нужно для начала выпить настойку королевского листа, иначе вы их попросту не сможете даже увидеть. А во-вторых, если у вас уже собран сет брони города грез, надевайте, есть подозрение, что так лута будет больше. Выпили настойку, вперед! Всем действующим стражам. Презренные продвигаются вдоль восточного берега. Thank you.
Thank you.
Не забудь подписаться на канал, поставить лайк под видео и счастливо!